Сегодня хотелось бы еще раз поблагодарить профессоров Королева и Кашина за приглашение. Я очень рад возможности выступать здесь. Тема моего доклада – диагноз по JNET и лечение раннего колоректального рака и новый взгляд на зубчатую патологию. Это симпозиум прошлого года. Я очень рад, что участвовал, так сказать, в эндоскопии чемпионата мира. Нет, это я так себе придумал. Как вы знаете, продвинутая визуализация делалась в сотрудничестве с компанией Olympus. В нашем онкологическом центре профессор Йосида, профессор Таджири вели этот проект с самого начала. Доктор Сано и доктор Уто проводили первые клинические исследования с участием добровольцев с использованием NBI. NBI теперь стал общепринятой практикой во всем мире. Ямочный рисунок. Это, конечно, зачем используется NBI и очень помогает. Но тем не менее мы до сих пор пользуемся хромоскопией. Если взять, например, этот небольшой 1.5-сантиметровый колоректальный полип, то эта область, плоская и вставленная, показывает пятого типа нерегулярный ямочный рисунок. Мы демаркировали обдавленную часть и считаем, что по ямочному рисунку это подслизистый инвазивный рак. В данном случае это регулярный рисунок, тебе четвертый тип, и это внутрислизистая неоплазия. Что мы видим по результатам? Мы видим, что соответствующий тип ямочного рисунка довольно серьезно помогает предсказывать инвазию и отличать ее от внутрислизистой неоплазии. То есть это фактически такая оптическая диагностическая наша. Мы провели в своем центре рандомизированное контролируемое исследование с помощью сетевого анализа ямочного рисунка с использованием NBI. И он показывает лучший результат, чем NBI. То есть анализ ямочного рисунка до сих пор остается золотым стандартом диагноза глубины инвазии, даже при наличии NBI. Все мы знаем, что да, в мире популярна классификация NICE. Но проблема с классификацией NICE заключается в том, что она используется, во-первых, без увеличения, и, во-вторых, во второй тип по NICE заходят самые разные патологии от аденомы до внутрислизистого, до глубоко инвазивного рака. Например, берем вот этот вдавленный участок. Это 2 NICE-2 или NICE-3. Согласитесь, довольно сложно будет это диагностировать. С увеличением, однако, мы легко видим нерегулярный поверхностный рисунок, нерегулярный капитальный рисунок. Это JNET тип 2B. С хромоскопией мы уже видим, что это ямочный рисунок, характерный для третьего типа. И гистология уже показывает нам аденому высокой степени. То есть уже здесь очевидно, что увеличительная эндоскопия дает возможность гораздо лучше, гораздо точнее диагностировать. Именно поэтому разработана классификация JNET для уже хромоскопии с увеличением. И она имеет клиническое и практическое значение. Когда мы даем диагноз JNET тип 2B,
нерегулярных сосудов, нерегулярные сосудные поверхности. Это рак высокой степени. Нам нужен еще анализ ямочного рисунка для того, чтобы определить, это можно резектировать эндоскопически или необходима хирургическая операция. Теперь вопрос. Можно ли классификацию JNET применять с использованием NBI? И мы, наш опыт показывает, что и NBI можно применять, и BLI. Еще одна научная группа тоже написала статью, что JNET можно применять с использованием NBI. JNET тип 1. Это рисунок, это регулярный рисунок с белыми пятнами, которые соответствуют гиперпластическому полипу. И обычно в резекции эндоскопической не нуждается. JNET тип 2А – это регулярный рисунок поверхности и сосуда. Наиболее вероятный диагноз – это внутрислизистая неоплазия низкой степени. А теперь вот этот, 3-сантиметровый такой в восходящей ободочной кишке патологический участок. Сейчас мы используем все, что можно. Это, кстати, мы в ретрофлексии смотрим. Используем LCI. И BLI. And with magnification, теперь даем увеличение. И видим регулярный рисунок поверхности и сосудов. Ставим диагноз JNET тип 2А, то есть внутри слизистая неоплазия низкой степени. Значит, можно сделать хромоскопию. Очень хорошо поднимается после подслизистой инъекции этот участок. Несмотря на то, что диаметр 3 сантиметра, ESD здесь не нужна, здесь можно спокойно сделать петлевую резекцию. И пациента можно в тот же день выписать уже. Гистопатология показала нам, что это была тубулярная аденома, то есть теледрическая аденома, то есть достаточно хорошо поставили диагноз. JNET тип 2B – это клинически очень важный тип, поскольку там есть подозрение на рак высокой степени. Здесь нужно смотреть ямочный рисунок в дополнение ко всем другим способам диагностики. Например, берем эту патологию, это 2 плюс 20. И очень важно посмотреть на состояние слизистой перед тем, как мы начнем использовать различные режимы. Используем LCI, BLI. Смотрим еще оптическим увеличением рисунок сосудов. We prefer to use distal attachment because the underwater observation. Кроме того, мы используем колпачок, потому что we could get very detailed, beautiful image. С его помощью как раз в водной среде можно получать очень четкие, хорошие снимки. Of the vessel pattern and the surface pattern. And in this case, we diagnose the JNET type 2B consists of regular vessel pattern and the surface pattern. 2B. So we further apply the crystal violet stain. Мы видим регулярный рисунок, но после того, как мы подкрашиваем, видим ямочный рисунок, постараемся рассмотреть его внимательно. Это тип 5А, мало нерегулярный. А дальше делаем ESD, и гистология показывает подслизистый рак, но слабоинвазивный.
Теперь смешанный тип, здесь вы видите, NPI мы применили, диагноз был GNet Type 2B, но после того, как мы подкрасили, получили тип 5A необычного рисунка на очень маленькой области. То же самое в BLI, в LCI, диагноз практически не меняется. Мы сделали ESD с использованием малоинвазивных устройств. Здесь вы видите характеристики, которые применялись при операции. Здесь наша задача была определить купол слепой кишки. И после этого делаем резекцию проксимальной части, используем игольчатый нож. After completing the marginal dissection of the final endpoint, и после того, как мы конечную точку резектировали, начали диссекцию слизистой и начали уже с другой стороны обрезать его по границе. Очень важно подслизистую диссекцию сделать сразу же с тем, чтобы обезопасить пациента. И дальше мы создаем такие карманы с использованием такого же биполярного ножа. Этим методом мы добиваемся очень хорошего поднятия После этого начинаем по границе с использованием IT-ножа нано срезание и с правой стороны с тем же использованием ножа IT-knife нано завершаем резекцию. The histology revealed a well-differentiated internal causal cancer. Говорит о внутрислизистом раке, дифференцированная аденокарцинома. Резекция тотальная. Здесь мы видим фотографию в центре. Это GNet 2B, нерегулярный рисунок, который говорит о раке высокой степени. Но ямочный рисунок неинвазивный четвертого типа. То есть мы не можем сказать, что это SM1, несмотря на то, какой у него большой размер. Использовали ESD, добились тотальной резекции и определили фокальный аденом. И дополнительно увидели участки с нерегулярным рисунком, которые говорили о том, что внутри аденомы аденокарцином. То есть в данном случае классификация GNet очень хорошо сработала с гистологическим исследованием. GNet тип 3 это области, в которых разорван рисунок сосудов, толстые сосуды прерываются, плюс на поверхности аморфные области, и это уже глубоко инвазивный подслизистый рак, для которого необходима хирургия. Теперь, что касается использования искусственного интеллекта, о чем говорил профессор Таджири в своем докладе. Для прогноза гистологии очень важны классификация GNet и ямочный рисунок, но в некоторых случаях даже эксперт не сможет определить конкретный тип ямочного рисунка или тип патологии по GNet. И в этом, как впервые сегодня рассказал профессор Таджири, очень важна роль искусственного интеллекта. В настоящий момент мы вместе с корпорацией NEC проводим испытания
программы, которая помогает нам выявлять полипы. Даже здесь полип, видите, он маленький, он плоский, но тем не менее программа его определила мгновенно и правильно. А наши исследования пока показывают очень высокую точность, 98% чувствительность, 99% специфичность, не только для приподнятых, но и для плоских новообразований. Также профессор Таджири рассказывал вам о проекте EndoBrain. В декабре 2018 года мы получили разрешение регулятора, и профессора Мори Мисава Куда, вот он, профессор Куда, они разработали эту систему. Сейчас она идет в дальнейшую разработку. Теперь теперь это такие новообразования тоже в толстом кишечнике восходящем. Кажется, что все эти новообразования выглядят одинаково. Используя подкраску индиго-кармином, все тоже вроде как одинаково. А после подкраски теленовым синим, в первом случае мы видим темные ядра. А во втором случае мы их не видим. Дальше делаем гистологию и видим, что это традиционная зубчатая. Но по контрасту, во втором случае диагноз был SSAP. При этом гистологическая картина, она почти, так сказать, in leptosigmoid form, this kind of vision, flat vision. Дальше. Pit pattern like type 2 or 3H. Это rectosigmoid. How do you diagnose this vision? Совершенно четкий ямочный рисунок. Итак, это ТСА или гиперпластический полип. This histology was unusual at the moment. Гистология показала такую неожиданную, необычную аденому. То есть, видите, зубчатость, она на поверхности. И только в основании опухоли наиболее выражена атипия. То есть здесь разница между эндоскопическим изображением и гистопатологией достаточно серьезная. Наш патоморфолог, доктор Секине, показал, что в традиционных зубчатых аденомах колоректальных довольно часто выявляются слияния и мутации различных генов. Как вы знаете, обычные зубчатые аденомы – это два компонента. Узелок и плоский компонент. Узелок – это тип 4H, типичный для обычной зубчатой аденомы. Но внизу это скорее второй или третий тип, там, где как раз проявляется зубчатый характер. И такое новообразование – это прекурсор фактически зубчатой аденомы. И там были выявлены те же генетические изменения. Таким образом, поверхностная зубчатая аденома, она образуется довольно часто в ректосигмовидном отделе и может быть прекурсором традиционной зубчатой аденомы. А эти новообразования довольно часто принимаются за обычный гиперпластический полип. Сейчас классификация JNET очень популярна в Японии, но мы считаем, что, к сожалению, о ней мало кто знает в западных странах. По предложению, таким образом, профессора Таджири, мы начали первый проект IEGNET, первый
международный проект. Здесь вы видите имена тех, кто в нем участвует с европейской стороны. В рамках этого проекта уже проведено много дискуссий между JGS и SGE, между японским и европейским обществом. Первый и должен быть исход этого проекта — это определить диагностическую точность JNET в том случае, когда портоморфология считается золотым стандартом. Мы используем эндоскопические снимки, которые удаленно участники должны с определенным уровнем уверенности диагностировать как различные типы по JNET. Мы уже сделали отбор случаев, разместили их на сайте и уже готовы начинать удаленный анализ. И последнее, что хотел бы вам показать, это сотрудничество. Это последняя тема по сотрудничеству между NCCH и другими исследовательскими центрами. Берется большая база данных колоноскопии, которые делаются в наших экспертных центрах, и у них проводится метагеномный и метаболомный анализ у этих пациентов. Получается очень интересная вещь. Микробиом и метаболом довольно сильно меняются с ранними стадиями развития колоректального рака. И вполне возможно, у этого процесса есть этиологическая и диагностическая важность. То есть в будущем, если мы просто посмотрим метаген, метаболом и сможем только по этим данным либо определить ранний рак, либо определить прекурсор опухоли. Дамы и господа, таким образом, новообразование JNET 2B без инвазивных признаков может быть показанием для резекции единым блоком. Искусственный интеллект может дать нам новые возможности в будущем, и некоторые поверхностные зубчатые аденомы могут быть прекурсорами традиционных зубчатых аденом. Они могут выглядеть как гиперпластические полипы и поэтому могут быть пропущены. И, наконец, AI-JNET готов к началу работы. Искусственный интеллект. Даже при всем развитии искусственного интеллекта мы все равно считаем, что классификация JNET и классификация ямочных рисунков нужно учиться вот по этому старому учебнику. Потому что вся ответственность. Коллеги, вопросы. Thank you very much. Very interesting demonstration. И давайте перейдем сейчас к последнему нашему сообщению. Это современные технологии для гибкой эндоскопии. Господин Ямада, эксперт компании Олимпус. Пожалуйста, Ямада.